Ежегодно к памятнику погибшим на Северном Кавказе и других горячих точках приходят ветераны боевых действий и десантники с красными гвоздиками в руках. Чтобы вспомнить о героическом подвиге 6-й роты 76-й десантной дивизии, бойцы ВДВ вступили в бой с 20-кратно превосходящими силами боевиков и не отступили. Погибло 84 десантника из 90 человек, которые не пропустили большую группировку боевиков свыше 2500 в тыл наших войск в Дагестан. Своей жизнью они обеспечили мир в соседней республике, не пропустили туда. Но, говорю, 84 человека погибло. Ценой потери почти всего личного состава десантники не сдались и дрались до последнего патрона. Подвиг легендарной 6-й роты вошел в военную историю России. Каждый десантник знает о героях и чтит их память. Это особый пример мужества небесной пехоты. Во многих городах именами этих ребят были названы школы, улицы. То есть память о них жива. Сегодня мы, не сегодня, только сегодня, каждый год мы приходим в этот день, чтобы возложить цветы к памятнику нашему, в их память, вспомнить. И думаю, и наша главная задача, наверное, чтобы не только мы помнили, но помнили наши дети, наши внуки. Ежегодно на площади Славы в этот день появляются красные гвоздики. Подвиг простых ребят в голубых беретах никогда не будет забыт. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».